Дорогие друзья, рекомендую вам подписаться на канал с ежедневными стримами по играм. Этот канал и стримы смотрят взрослые и самодостаточные мужчины. Если вам на самом деле интересны классные игры, а не жалкие пародии на них, то хиканы, ссылочка в описании. В чате можно общаться на любые темы, пока идет стрим. Итак, если не ссышь, то ссылочка, повторюсь еще раз, в описании. Подписывайтесь, ставьте классы, а сейчас... Поехали! Счастье, радость, щеверсладость, хиганы, и сегодня делаем обзор «Фараон Бульвар Депо» 5 минут назад. Ну что ж, хиканы, поехали! Итак, твои выводы до заключения. Только что посмотрели новый клип «Фараона» 5 минут назад. Твои ощущения. Клип. А? Клип. Че не клип? Так. Это не песня, а набор слов, ну, каких-то. Как всегда, набор слов. Набор слов с матюками, с развратом, с чернотой. Ну, наркоманчик, видно, такой наркоман. Хороший. Хороший наркоманчик. Собрались. Вот этот? Да. Фараон? Ну, вот этот парень, да? Мне кажется, он наркоман. По его внешности видно. Смотри, ба, крупным планом фараон. Фараон крупным планом вот здесь на экран. Ба, тебе видно, да, нормально? Вот, хорошо. Теперь вопрос, бабули. Я похож на этого белобрысого парня, фараона, или нет? Ну, немножко есть. Ба, ну чем? Чем я на него похож? Чем? Хиканы, это враки. Я на него не похож. Но это заговор Денчика, бабули, философчан. Это заговор. Хиканы, я не похож на фараона 100%. Не похож. Не так похож, как две капли воды. Ну, что-то отдаленное. Отдаленное есть. Отдаленное, как огурец, баклажан и трамвайная, да, ручка, да? Да. Я понял. Да. Ну, это заговор, дорогие друзья. Это просто заговор. Ну, такой зелененький, худенький. Это наркоманчик такой. Наркоманы, они все такие худые. Ага. Не знаю. Он поет песню такую, что он там что-то с девочкой сделал. Да на что он способен уже? Мне кажется, он не способен. Как с женщинами, с девочками он не способен. То есть ты сомневаешься в его возможности как реализовать себя как мужчина? Как мужчина. Уже никакой? Нет, да, вот он стоит худой, как глист. Да я не знаю, какая баба на него позарится. Что, это бабы ж любят худых? Да не очень худых. Прям бабы любят. Бабы любят мужчин красивых, здоровых таких. А это что за мужик? А как, подожди, как... Не знаю, ба. Вот в интернете малолетние, ну, в смысле, школьницы или просто, ну, скажем так, студентки какие-то, угорают по дрыщам, вот по таким худым. Не знаю. Тебе, ба, какие мужики-то нравились или нравятся? Ну, какой мужик должен быть, по-твоему? Какой у меня был, такой мне нравился. Так а он же что, качок, что ли, был? Арнольд Шварценеггер? Ну, он не худой, но такой средней упитанности был. Средней упитанности? То есть не дрыщ? Нет. Нормальный мужик. Машина его, не его видно. Ага. Или у отца угнал, или у друга, или чтоб возить этих шаболт. Шаболт. А что эти, как тебе шаболды, ба? Да, какой сам такие шаболды, наверное, что... Развратные. Развратные. Наверное, находит же таких, какие песни. Клип не понравился, набор слов, что-то непонятно он пел. Всех, в общем, на завод, в психиатрические больницы, в монастыри, как всегда. А, ладно, сколько из 10 этому клипу ставишь? Так какой-то клип. Какой-то клип. Ну, не понравился мне этот клип. Я бы ему вообще запретила. Минус. То есть минус. Даже ноль. С его песнями, с матами, с чернотой с этой. Я понял. А вот он говорит, что он там кого-то 5 минут назад. Зачем бы? Как ты думаешь, вот такие песни он выпускает? Да как тот один голый пел, говорит, чтобы привлечь внимание. Ну, Александр Пистолетов. Да. Да, можете этот, чтобы привлечь внимание. Ну что ж, дорогие друзья, это был, как всегда, традиционный обзор от нас с бабулей. Мы никого не хотели обидеть. Если вам понравилось, то ставьте классы, подписывайтесь на наш канал, донатьте нам с бабулей на вещи пакеты, заказывайте рекламу Сигна. С лайка нам, бабули, слава, до новых встреч. Пока!